Это Казахстан. Мы приехали на водопад. Вот какая природа у нас в Казахстане. Тут сделали загородки такие, а то люди спускаются туда и смотрят на эту стихию. Все равно спускаются. До трэша. Все-таки вода – это такое силище. Против природы никак человек не под силу. И красиво, завораживающе, и в то же время очень опасно и немножко страшно. Как туда люди еще залезли? Ужас. Ставят, но люди все равно идут. Надо во всем искать позитив и красоту.